В индустриальном техникуме подвели итоги областного этапа чемпионата рабочих профессий формата World Skills. Напомним, эти соревнования объединили в Ангарске 16 лучших молодых сварщиков области. Ребятам предстояло продемонстрировать три вида сварки – аргонодуговую, ручную и полуавтоматическую. В результате прохождения всех модулей первое и второе место завоевали ангарчане. Самым сложным это была полуавтоматическая сварка во время первого модуля, вертикальная, горизонтальная. Так больше ничего сложного не было. То есть все это было отработано, пробовали уже это все. Все так, скажем, в рабочей обстановке было. Сильные команды были из Братска, с Иркутска, с техникумом были, с Усолья, Зимы хорошие соперники были. Все швы были хорошие, то есть соперники достойные. Я считаю, победа это очень тяжело для меня далась. Победитель чемпионата Дмитрий Пуденин будет представлять Иркутскую область на региональном этапе конкурса, который стартует в Красноярске 22 марта.